Всем доброго времени суток, очередная бандероль с Китая. Так, это я, если не ошибаюсь, это два Лего. Да, так и есть Space Wars очередной. И второй также Space Wars. Так, все, больше здесь ничего нет. Брошюра от GearBest и два Лего. Так, ну, коробочки тут в данном случае более-менее сохранились. Не так помятый, очевидно, из-за того, что две штуки было укомплектовано. Так, здесь сам человечек вот с такой вот подставочкой какой-то. Карточка и инструкция. Такая вот инструкция. Так, и второй. Человечек. Так, больше ничего. Так, сам человек. И инструкция такая же самая, как и в этом конструкторе. Инструкции одинаковые. В общем, по инструкции слаживать здесь нечего, так как инструкции почему-то одинаковые присылают. Ну, хоть карточки разные. Каждый человечек стоил 96 центов. Заказ был сделан на сайте GearBest. Добирался сюда около 4 недель. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, можно смело заказывать. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.